друзья! Я снова рад всех приветствовать на канале Волчонок Поваренок. А сегодня мы с вами приготовим говяжье сердце. Очень простой способ приготовления. Сердце предварительно нужно вымочить в течение 2 часов, дважды поменяв воду. Промывайте субпродукт, избавьте его от пленок и сосудов. Положите субпродукт в кастрюлю, залейте его водой, потому что субпродукты это полезно и бюджетно. Отварите сердце в течение 1,5 часа или 2 часов для закипания воды. За 15 минут до готовности можете добавить специи любые по вкусу, какие вы любите. Хмели-сунели, соль. Остудите вареный орган, нарежьте его кубиками размером около 1,5 сантиметра. И отправьте его обжариваться на сковородку. Ну и к нему нужно, конечно же, добавить репчатый лук, ребята. И жарьте до тех пор, пассируйте, пока кусочки не подрумянятся, господа. Еще можно также добавить специи, какие вы любите. И продолжаем жарить. Затем приступает стадия, когда вы можете добавить тертый томат, либо томатную пасту, либо консервированные томаты. Это уже на ваше усмотрение. После того, как вы еще немножко все попассировали, наливаем, добавляем туда водички к нашим томатам и сердечкам. Еще тихонечко все тушим минут 15-20 и отправляем укладывать наше блюдо. Куда? Правильно, на вкусные спагетти. Но гарнир вы можете использовать любой, на ваше усмотрение. Я, как еще раз повторюсь, всегда вам говорил, что я любитель макарошек. Макарошки это моя слабость. Так что очень вкусно, ребята, получается. Можно использовать вот такую подачу с макаронами. Можно использовать эти сердца с овощами, вот так, например, с салатиками. Муа, персик просто, да? Ребята, ну и посмотрите, прям как аппетитно. Ладно, подписывайтесь на канал, не буду вас томить. Прожимайте лукасы, ставьте колокольчики и приятного вам аппетита!